текущем году факты совершения повторных преступлений лицами, состоящими на учете службы пробации, выросло с 4,5 до 19%. Об этом было сказано на встрече с осужденными, состоящими на учете, которая была организована по инициативе прокуратуры АТРАУ, службы пробации и городского отдела занятости социальных программ. На собрании шла речь об усилении профилактической работы, повышении эффективности индивидуальных программ и предоставлении социально-правовой помощи. Кроме того, осужденным были даны разъяснения по закону о гуманизации уголовного законодательства. На учете в службе пробации состоят 670 человек. Из них в текущем году 72 лицами были повторно совершены уголовные правонарушения. Сегодняшняя наша встреча – это мероприятие, направленное на профилактику нарушений закона.